Саженцы розы Флорибунда Ребекка Мэри, хорошо прорастают на солнечных открытых участках. Абрикосовые цветы с желтым оттенком украсят клумбу, сад или цветник. Цветок состоит из 15-25 чешевидных лепестков с волнистым краем. Средний размер одного цветка – 8 см. Особенность сорта – цветет в кистях. Листья зеленые среднего размера с глянцевым блеском. Аромат сладкий с ярко выраженными пряными нотками. Куст средней высоты – до 1 метра. Цветение обильное, длительностью в 3-4 месяца. Полумахровые розы красиво смотрятся как на открытом пространстве, так и в букете. Роза Флорибунда Ребекка Мэри – это кустарники высотой 80-100 см, диаметром 60 см. Окраска цветка абрикосовая. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 80 см. Розу Флорибунду Ребекка Мэри создал Колин Диксон, Англия. Годом создания растений считается 2006. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.